это как обладатель счастливого абонемента, билета для меня, по крайней мере. Верю в этот день, верю, когда у меня будет мерин Мерс, Мерседес Бенц. Ох, и буду рад, я правда, да хоть 80-го года, да хоть с черным прошлым, не посчитаю пошлым. Радоваться ключам в кармане, штук за 100, такой реальный, для меня нормальный. Полсотни заработаю, займу, поможет отец, чем сможет. Да, мне нужна эта машина, мечта сознания больного, считаю лучше, чем десятка новая. Ключи отмерены, не временно, насколько хватит его зверя. Серебристый, пускай не очень быстрый уже, но Мерс все же быть моим должен. По-любому, прикинь, акустика, лето, и мы по городу плывем. Заманчиво это? Да, нормально. Да ты че нормально? Омурительно, нереально просто. То есть, очень реально, очень заманчиво. Ключи отмерены, не временно, в моем карманчике. Гладят твою кожу, шаркают обшивку, шинишь грудь безбожно, жадно впиваясь ногтями в твой руль, оставляя трещины на стеклах, следы и пуль. Почему чужие пальцы гладят твою кожу, шаркают обшивку, шинишь грудь безбожно, жадно впиваясь ногтями в твой руль, оставляя трещины на стеклах, следы и пуль. И вот я типа тоже с Мерседеса пылинки сдувая, хромом подмигивая, как черная звезда сияет, желая унести хозяина подальше отсюда. Он будто лютый, и сил столько откуда, на нем гоню намеренно, в себе уверенный, первый лечу по времени, верный двудверный мерин. Но несет меня вдаль, педаль до упора, сигналя старым знакомым, только меня и видали. Да иногда, брат, и я тону в мечтах, когда на всех парах похожих сильная страх. Пролетает 600-й или попроще, что-то его деродный, вот он на за рулем. Кто-то Mercedes Benz точила нереальный пароль, копить придется годы с нашей-то работой. Мечту спускать в болото до тошноты и дорвоты, не позволяя себе желать еще чего-то. Почему чужие пальцы гладят твою кожу, шаркают обшивку, шинишь грудь безбожно, жадно впиваясь ногтями в твой руль, оставляя трещины на стеклах, следы и пуль. Почему чужие пальцы гладят твою кожу, шаркают обшивку, шинишь грудь безбожно, жадно впиваясь ногтями в твой руль, оставляя трещины на стеклах, следы и пуль. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности.